Всем здравствуйте, ассаламу алейкум. Это я, Омар Алибутаев, и мой блог для всех приезжих. Омар в большом городе. Я продолжаю становиться москвичом, а к настоящим москвичам начинают приезжать их родственники. Сегодня ко мне приехала моя братуха, то есть сеструха. Но она как брат мне. Что ты там языком чешешь? Сумку возьми, говори. О, кажется, начинается. Ай, Джана, братуха, а я тебе говорю, ты... Короче, сестра моя, нормально. Слушай, я что-то не поняла, ты что, снимаешь, что ли? Ну да, снимаю, что же. Баран, что ли? Слушай, предупреждать надо, я хоть подготовил. Ильзана, здесь в Москве лучше не выпендриваться. Будь сама собой, да? Вообще-то, я всегда такая. Омар, сфоткай, типа, это мой. Ай, сестрёнка. Короче, метро катаемся с сеструхой. Чисто. Омар, проводник где? Здесь проводника не будет, ты что говоришь? Постельное белье хочу взять. Тихо, пожалуйста, это не поезд. Садись, пожалуйста. Ну я спать хочу. Сиди, спи, пожалуйста. Извините, новенькая. Сейчас такси вызовем, на Манежку поедем. Манежную площадь, деньги же есть у нас. Скажи, ты что, ты же не в Махачкале. Ладно, не ори. Под ваши аплодисменты я покажу маршрут. Спасибо. От души, слушай, спасибо, спасибо. Да, брат, да. Омар, не кажется ли это Гарри Харламов? Да, да, это он. Отвечай, слушай. По телеку вообще другой. Слушай, времени не будет, ну-ка, селфи-мельфи сделай мне. Обзавидуйся, слушай, за время скажешь. Открыто! Ладно, давай. Мы находимся на Манежной площади, Ильза... Ильзана, ты что? Ты что делаешь? Не нормально, что ли? Успокойся. Клянусь, брат, какая-то волшебная энергетика. Просто ноги, руки сами. Да-да-да. Травмат был бы, я вообще постреляла, клянусь. Слушай, брат, я что вообще приехала сюда? Я же к этому Коле Баскову. Просто я его давно люблю. Он меня тоже. Нет, он, конечно, меня не видел, но по-любому полюбит, когда увидит. Ну ты меня по-братски, да, познакомь меня с ним. Этот Ильзан, как бы тебе так сказать? Ну, в общем, этот Басков же есть, он из тех, из этих. Из кех? Из кех, ну вот. Это неправда. Да, серьезно говорю. Врешь ты. Да за слова ты что так и был? Неправда. Нет, я серьезно говорю, он такой. А Сергей Лазарев? Олежка? Козловский? Сестренка, рад был тебя видеть. Давай в следующий раз со всей родней приедешь. Всем привет! Это Эльзана. Это мой блог. Эльзана в большом городе. Подожди, что ты такой несешь? Чего? Эльзана, это мой блог, это я его веду. Это был Омар Алибутаев и мой блог для всех приезжих Омар в большом городе. Привозите в Москву всех своих родных, близких, любимых сердцу людей. Слава Богу, она уехала. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Только лайк поставьте не вверх ногами. Кто не поставит лайк, тот этот, Кевин Спейси, что ли? Кевин Спейси.